Рухаємося далі. Прямо зараз Інна Савіцька, моя співведуча, підготувала для вас актуальний сюжет про те, як правильно доглядати за волоссям голови. Здавалося б, чимала кількість її різноманітної косметики, проте, як виявляється, найголовніше – правильно голову мити. Як це робити, розкаже прямо зараз. Далі поспілкуємося з нашою ранковою гостею, яка розкаже, як правильно підбирати косметику для голови та волосся. Что нужно знать для правильной мойки головы? Мы должны понимать, что ударение мы делаем на то, чтобы тщательно промыть именно кожу головы, а не длину волос. Массирующими движениями небольшое количество шампуня мы наносим на кожу головы. Оговорка, что шампунь не должен быть сильно концентрированным. То есть это должен быть мягкий шампунь с правильным pH, который не будет вызывать раздражение, не будет вызывать шелушение, а мягко промоет и тщательно вашу кожу головы. Также сейчас индустрия красоты нам предлагает для нашего ухода после мытья большое количество продукции. Мы для себя должны выбрать, что нам подходит. Первое – это бальзамы для волос. Ними пользуется очень большое количество девушек и женщин. Ну и мужчин также, конечно. Бальзамы, конечно, нужно наносить на волосы. Не очень желательно носить это на кожу головы, для того, чтобы волосы не жирнились, для того, чтобы волосы не грязнились. Но если вы уже нанесли на кожу головы, то очень тщательно выполоскать. Правильное мытье головы и уход за волосами позволит вам стать обладательницей красивых, шелковистых, блестящих волос. Рухаємося далі, як обіцяли, прямо зараз до нашої студії завітала ранкова гостя, з якою поговоримо про правильний підбір косметики для волосся голови. Отже, зустрічайте нашу ранкову гостю. Радий представити нашого ранкового експерта, спеціаліста з лікування волосся та відновлення структури Олену Шевченко. Доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами. І так, якщо ми говоримо про підбір косметики для голови, в першу чергу від вас, як від експерта, хотілося б дізнатися, чи можна, знаєте, суто прагматичний таке думка, можна обмежитися тільки шампунем? Чи потрібна іще якась додаткова косметика? Нет, конечно же, одним шампунем мы не можем ограничиться, потому что действие шампуня – это очистить кожу головы и волосы, то есть убрать лишний жир, сделать волосы чистыми. Поэтому обязательно должно быть уходовое средство – это бальзам, а дополнительно это маска, так как маска имеет более жирную структуру, поэтому наносить ее нужно раз в неделю. Угу. Обязательно должна быть шампунь, которая подбирается по типу кожи головы, это очень важно. И ухаживающее, то, что будет питать наши волосы, закрывать кутикулу и сохранять водный баланс, а также строительный материал нашего волоса, это бальзамы, либо кондиционеры. Угу. То есть, скажем так, такой вот пакет уже понятен. Да. А если мы говорим, да, вот мытье головы сейчас была тема, мы сейчас подбираем вот косметику. Но если возвращаясь к теме мытья головы, как часто все-таки стоит или не стоит мыть голову? Понятное дело, есть загрязнения, от которых там мы не можем, да, повлиять, но вот если все нормально, стабильно, вот в неделю, сколько раз нужно это делать? Нету определенного правила, потому что кожа головы может быть сухой, жирной и нормальной. Зависит от того, насколько проблема кожи головы у человека. Если это жирный волос, если правильно подобран шампунь, то правильно мыть где-то раз в 3 дня. Раз, 3-4 дня. Если, естественно, неправильно подобран шампунь не по типу кожи головы, например, если жирная кожа головы загрязняется через день, через два,
И человек моет для нормальной кожи головы, соответственно, не убираются излишки жира. Mm-hmm. И человек моет каждый день, он до конца не понимает, почему же, думает, нет, что... Нет результата, да? Да, да, думает, что неправильно подобрал, не тот шампунь или частая смена шампуня, а в итоге просто неправильно подобран по типу кожи. Поэтому нету определенного правила, есть определенные правила по подбору косметики. Угу. Ну вот, скажем так, ситуация из жизни, да, уже вот такую шевелюру многие наблюдают, некоторые спрашивают, как за ней ухаживать, но фишка заключается в чем? Только один шампунь вот подходит, чтобы не появлялась перхоть. Я пробовала даже там детские, да, казалось бы, там для кудрявых и так далее, но подходит только один. Почему может быть так? Смотрите, от другого, скажем так, появляется либо перхоть, либо слишком быстро жирный. Нет, значит, эта тема очень как бы долгая. Все зависит от того, во-первых, уровень pH кожи головы от 4,5 до 5,5. Уже, в принципе, в видеоролике это рассказали. Если у вас правильно подобран шампунь именно с pH, то нету среды для развития перхоти. Перхоть – это грибок, перхоть – сиборея. Если преобладает щелочная среда, если, например, даже наша вода имеет 7 баллов, да, это щелочная среда, то ее нужно нейтрализовать. Значит, у вас был правильный шампунь. Вообще, по подбору шампуня лучше, конечно, где указано, что какой pH. Ну, я вот теперь не рискую. Много лет только один, что называется. Надеюсь, производитель не закроется. Если мы говорим, да, вот знать там pH и так далее, как это к специалисту, если обратиться, он сможет сказать, какой шампунь нужно покупать и что должно на этикетке быть написано? Да, это только методом проб? Нет, это может дать рекомендации, если знать элементарные, потому что многие производители не указывают. Допустим, не занимаются антирекламы, но все же шампунь Pantene Pro-V очень известный, очень много используется людьми. Имеет от 7 до 8 pH, это очень щелочная среда. Здесь развиваются все бактерии. Здесь открывается кутикула, и волосы становятся более пористыми. Поэтому очень важно брать бальзам либо маску кислотной среды. То есть мы нейтрализуем этот щелочь, кутикула закроется и не даст возможности волосам становиться более ломкими, скажем так. Поэтому специалист, да, он сможет порекомендовать. Если это окрашивание идет, соответственно, окрашивание идет щелочными компонентами. Соответственно, нужен для окрашенных волос уход кислотными. А если мы говорим, да, вот сезонно, ну, летом, как всегда, жарко, чаще приходится все-таки мыть голову. А если говорим зимой, шапки, косынки, мужчины там тоже какие-то кепки и так далее утепленные одевают. Но, одним словом, волосы находятся в чем-то. Соответственно, быстрее все-таки жирнеет голова. Как быть здесь? Какой-то дополнительный уход должен быть? На зиму нужно увеличивать количество косметики или все нормально так же остается? Ну, основная проблема зимой – это то, что волосы электризуются. Соответственно, дополнительно, вот точно так же и летом, и зимой волосы страдают практически одинаково. Летом солнце, зимой мороз, ветер и, соответственно, шапки. Нет, опять же, мы подбираем косметику по нашей коже, бальзамы по состоянию волос. Да, если структура нарушена, нужно брать питательные бальзамы. Что касается зимы, здесь в основном производители разных марок, в том числе и профессиональные, предлагают уход для зимней поры. Здесь больше уйдет направление на антистатистический эффект, то есть чтобы не было электризации. Больше питать их, можно использовать масла всеобразные, да, кокосовые, органовые, те, которые не создают жирную пленку на волосах, которые не будут жирнить волосы. В принципе, больше питания. Все, никаких рекомендаций. В спрее можно антистатики для волос. А если мы говорим, да, это в шапке и так далее, но некоторые, например, там, часто и женщины, и мужчины чаще всего не одевают вообще никакие головные уборы, иногда они просто не налазят на голову из-за шевелюры. Но как быть здесь? Вот, потому что более повреждается волос от холода, мороза, снега и так далее. Ну, как быть? Вы же не нанесете слой масла, да, чтобы защитили ваши волосы. То есть это ваш выбор. Если вы решили выйти без головного убора в 20 градусов мороза,
Соответственно, вы должны понимать, да, что ваши волосы будут немножко нарушена структура. Опять же, питание, масло то же самое можно нанести. Оно обволакивает волосинку. Немножко... Вот как раз если говорим, да, масла, все вот эти, вся эта косметика, за сколько до оптимально? Понятное дело, что желательно, чтобы был сухой волос при выходе на улицу, но за сколько? За какой период времени нужно провести все эти манипуляции и процедуры до того, как выходить на улицу, на работу? Масла желательно носить на влажные волосы после мытья головы. Ни в коем случае волосы нельзя расчесывать мокрые. Мы обязательно должны их подсушить, а потом сделать укладку, либо же выровнять. Поэтому масло наносится на влажные волосы и высушивается. Вот так, друзья, такие вот небольшие рекомендации вам сегодня, с утра. Вам спасибо большое за то, что пришли спасибо к нам сегодня вам, в студию. А найголовніше пам'ятайте про те, що догляд за волоссям залежить лише від вас. Ну і, звичайно ж, взимку все ж таки утеплюйтеся, не псуйте собі волосся, адже і так воно піддається величезній кількості впливів. Тому бажаємо вам здоров'я і гарних шовковистих локонів.